А я сказал, обиделся, сказал, что... Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street, man, and the heinous gangbangers in cold heat. Да. Давай на один из первых подкуртит. Есть, дочка. Но она не живет со мной, она в Америке со своей мамой. А вот жена нынешняя, беременна, да, и представьте себе, опять девочка. Здорово, поздравляю, спасибо. Первый паркур, вот телепорт. Телепорт один, паркур. Да, погнали. О, я? Нормальный чувак. Без сознания. Сейчас кто-то найдет... Почему придурок нормальный мига? Да, правильно. Он больше уже. Слышь, только там это, не телепортируйся сразу на второй паркур. Помнишь, как проходишь паркуры? Да, как играли мы. Это хрень у нас, не шапка моя. Это лист опять. Отец у нас. Сейчас мы начинаем пробивать. Мальчик, развяжи меня, пожалуйста, а потом шейку двери тоже не вынесешь. Хорошо, я ему подсочу. Так это его пациентка, он ассистировать хотел. Я в этом не участвую. В каком смысле? А в прямом. Если вы сейчас полезете к ней в голову, отправите ее на тот свет. Что у вас здесь за порядок? Один лайфхак, но он недоступен. Ничего страшного, подождите. Если мы сейчас же ее не контролируем, она помнит все. Ой, руки здесь упал вниз, я вообще офигел. Ай, мне кажется, вы меня не слышите. Я заведующий. Что ты за бомжом играешь? Это моя игра. И мы будем продолжать. Если вам что-то не нравится, вы идите, пожалуйста, пишите заявление о походе. Ну, очень большой штаб. Группа кланов играет. Вы мне не начальник. Меня брала на работу Павлова. Она меня единственная. Ты что, упал? Иди к профессионалу проходит паркура. Я уже седьмому полетел паркуру. Ты бы еще не начали, молодцы, что меня задали. Короче, позвони, пожалуйста, уточни лишнюю свободу. Хорошо. Я уже. Седьмой паркур, сейчас смотри, пройдусь на паркур. Нужно начинать. Не, на седьмой ты не телепортнешься, ты его не пройдешь. Проходи первый. Седьмой жопский. Блин, я седьмой по поводу тоже не пройду. Я просрал его. Слишком много проделал. Хотя я его уже прошел, мне идут пешки. Отец опознал корзинку. Попробуй здесь пролезть. Квадрата, Джульетта, 15, F4. Алис! Алис, ты меня слышишь? Я не знал, что ты слышишь. Всё. Крепкий, я бы с удовольствием увидел. Поприветствовал после операции. Нет. Я уже забыл. Марик! О, слышь, давай вылазь, ты первый паркур проходишь. Вылазь, не паркируйся. Я сейчас паркур с тобой пройдем. Выключи его. Влад, тут тоже играет Настя. Давай, вылазь, не паркируйся. Oh, kids, you look like we're going to another funeral. Dad!
ЛС. Да. Вертолетик. Алло. Телепортируйся в ЛС. Слэш ЛС. Слэш ЛС. На Т. ЛС. Уже бахлажа. Да я говорю, паркур пройдем, список. Да ты поехал. Бомжа. Да я пошел, короче, паркур. Подожди, погнали миссию человек. Тут все пока. Здесь он на доме. Да мне бы ты где-то сказал. Он сказал тебе не сидеть, он знать надо. Вообще было страшно, но я знал, что за нами приедут и нас спасут. Потому что я... Погнали. Давай в ЛС, погнали валиться с кем-нибудь. А? Чатин бывает. Как чат тут? А, он F6 бывает. Jetpack, jetpack. Клиновидная кость, передняя клиновидная. Вот он, вот он, зрительный нерв. Слушай, ну нерв у нее. Ну все понятно. Вот где эти два книги? Я виноват. Мы уже не успели набрать шапки. Нерв.
Приведи эту панель, я тебе не вижу горят. Ну что я не взял? Он играет. Да я, у меня машина порвалась. Садись, не убивай, не убивай. Погнали, валиться. Trying to find a hole in my side, you know. Trying to find a feeling.
Я улетел вообще жестко. А чё, блин, он пропал? Я кусаю губами, я боюсь тебя.
Едь сюда, у меня машина дорвалась. Идем.
Уездная компьютерная диагностика автомобиля. Чё? Подожди, слышь, подъедем в банк и деньги снимем. Лево, 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 лево. Сейчас я по-быстрому, подожди. Вы не учились? Ну, я влюбился сразу. Ну, посудите сами, кто будет лучшим мужем для вашей дочери, я или... Что? Я пока как... Это не полочка, не офис, что не прикрыть. Жди, жди меня. Сейчас завалим. Смириться или бороться. Прекратите преследовать мои девушки. Знаю. Или нет. Всегда есть выбор. Роза Крюк, контракт-план. Ремьер. 2-1-0-0. На кнопке. Съезд. Как вы собираетесь так долго? Знаешь, тут... А что это за голос? А как ты сдох? Совсем? Да не успели. Как ты сдох? Понятно. А вы что, знаете, сколько каждый день людей в мире попадает? Ну-ка и кто ищет? Господи, боже мой, так кто или будет искать? Меня. Держи. Хороший вопрос. Я думаю, что сначала психиатр. Представляете, если ее кто-нибудь по голове, то подумает, что она беляет. Здесь есть серийный номер. Ты каждый хирург. Ты каждый день такие ставишь? По номеру можно зрительность установить? В принципе, можно. Но очень сложно. Меня. Не надо домой.
неделю. Нет, это уже 4 месяца осталось. У вас все нормально? Не знаю. Слушай, так что ж ты уберите из Прости, ты спишь? Сплю. Так ты мне не даешь. Не надо всего полчаса. Я просто зашел сказать, что личные женщины установили ее зовут Ирина. Может, ну круто ей. Это я. Может, она, да? Я не знаю. Представляешь, на 9 лет было будет. Обалдеть. Позвони мне, когда будешь. Хорошо, спи. Стой. Это закрыт? Нет. Закрой. Иди сюда. Сядь. Клипу, не надо. Ты у меня сам не убедил. Маленько. Это чё? Почему я не получил бабло? Он не стоит, лёг. Твои дивизии я не получил, вообще не могу скинуть Thank you.
Никогда. Все.